Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Шалом алейхем. У нас сейчас 9 часов в киевское время. И я очень рад, что мы снова встречаемся, как вы помните. И с Божьей помощью в каждый четверг в 21.00, 9.00 вечером мы постараемся провести урок Тора на этой платформе, платформа Ваикра. Так что мы можем каждый четверг вместе учиться Тора на целые 45 минут. И как всегда, мы подождем еще несколько минуты, пока соберутся все, чтобы мы могли с Божьей помощью начать наш урок. Я очень надеюсь, что у вас, у всех, все хорошо. Опять мы видим рост в количестве людей, которые заражены коронавирусом и в Израиле, и в Украине. И наши сердца переполнены молитвой к Всевышнему, чтобы Он защищал всех нас, и чтобы Всевышний направил уже в мир уже решение на этой проблеме, чтобы все были здоровы, чтобы все могли вернуться к нормальному образу жизни, чтобы все хорошо и много зарабатывали, и спокойно жили. И давайте попросим, может быть, лучше всего, чтобы Машиах уже пришел и будет решен заодно, будет решен и проблема, связанная с коронавирусом. Сегодня, друзья, необычный день. Сегодняшний день – это 3 числа месяца Тамуз, Гимл Тамуз. Это день Гимл Тамуз, 3 Тамуз – это день, который имеет для меня лично, и для всех хасидим, и для сотни тысячи евреев по всему миру или больше, и вообще для миллионов людей. Это день имеет очень важное значение. Это день Хилула, годовщина, которая называется Хилула. Лубавичский Ребе. 26 лет тому назад Ребе наш вернул, покидал этот физический мир, вернул свою душу Всевышнему. И уже 26 лет из этого дня, что у нас нет возможности его видеть физически, услышать его голос. Мы знаем, что он рядом, мы знаем, что его душа цадика всегда есть и всегда рядом. Мы продолжаем делать все, что он нам указал делать. Мы продолжаем учиться его Тора. Мы едем на его могилу, мы отправляем письма, что их берут и положат на его могилу. И мы видим чудеса во всех сторонах. Мы видим, что Ребе не покидал нас, находится рядом с каждого от нас. Мы смотрим видео Ребе, это тоже для нас большое такое поддержка. Мы видим и слышим, и Ребе продолжает быть источник жизни для каждого от нас. Но вместе с тем, конечно, мы скучаемся, мы просим у Всевышнего, чтобы прислал уже Машиах, чтобы снова можно будет с Ребе увидеться. На день годовщина цадика, написано в святой книге, проводится в Зоар, тоже в святой книге Зоар, Раби Шимон бар Йохай, и Альтер Ребе, Раби Шнир Залман из Лади, приводит это в своем книге Таня, святая послание, 27 глава, что цадика де испатер, цадик, который покидал этот мир, иштаках бекулу алмин ятер ми бехайой. Он находится, он остается во всех мирах, даже больше, в более широкий и активный состав, чем он был при его физической жизни. И это понятно, и я не объясняю почему. Хай я цадик эйном хаим псорим. Ребе, цадик, святой человек, его жизнь – это не физическая жизнь. Его жизнь – это духовная жизнь, это всего, вся жизнь, главная вещь его жизни – это Тейре, это учение Тора, это любовь к Всевышнему, это страх от Всевышнего, это служение Всевышнему. Эти вещи, у него главный час жизни, у него это духовный час жизни, не материальный. У обычного человека
главной вещи в жизни занимает его тело, не его душа. Его физический, его материальный часть жизни. А у Ребе совсем наоборот. У Ребе, у каждого цадика, главная часть его жизни – это его духовная часть жизни, не материальная. И поэтому, даже когда душа ушла из тела, но душа сейчас не ограниченная вообще, и она находится по всему миру, и в состав гораздо больше, чем она была до этого. И действительно, удивительно посмотреть, что за эти 26 лет деятельности Ребе выросла на несколько раз больше. То, что сейчас мы видим удивительные вещи, посланники Ребе везде, в любой точке земного шара есть посланник Ребе, еврейский центр и все, что необходимо, чтобы провести еврейские жизни. И мы видим это огромное количество людей, которые возвращаются к еврейству. Это такие вещи, которые растут и в наших времен гораздо больше даже, чем кто-то мог себе представить. И это еще одно доказательство о том, что жизнь цадика не вечная. Тело – это тело, но жизнь, душа цадика – они вечная жизнь. И поэтому без поддержки цадика это все движение не могло идти дальше. То, что мы живем сейчас, и мы учим Тора Ребе, мы связаны с Ребе, мы пишем Ребе письма, мы просим его броха, и мы чувствуем его реакция. Как всегда мы видим чудес из его броха, это самый большой знак о том, что Ребе всегда с нами. В этот день, 3 Тамуза, написано в книге в Тане, что цадик, душа цадик поднимается выше. И он открывает все ворота, он доступен для каждого от нас. Поэтому в этот день в качестве поддержки, подъем цадика, мы должны брать на себя хороших решений. И те вещи, которые были важны для Ребе, что было важно для Ребе? Два вещи. Во-первых, чтобы мы сами имели рост, чтобы мы сами учили Тора побольше, чтобы мы сами исполняли заповеди Тора побольше. И кроме того, это было не менее важно для Ребе, чтобы мы были активны евреи, чтобы мы повлияли на других людей. То, что с нами, слава Богу, все хорошо, это недостаточно. Мы должны все время думать о других евреях, те, которые в синагогу еще не ходят, те, которые еще не слушают уроки Тора. Ребе никогда не был доволен. Я вам расскажу, начну с одной истории. В город Миннеаполис, штата Миннесота, уже 60 лет живет посланник Ребе, уже старый хасид, Мойше Феллер, зовут его. Очень известный хасид, один из первых посланников Ребе в Америке. В Америке есть очень большой летний лагерь для молодежи, который организует одно движение, называется «Бней Брит». Это не религиозное движение. В конце 60-х годов, думаю, 69-х годов, они пригласили его, как раз в этот месяц, это было ближе к 12-го Тамуза, и они приглашали его, чтобы он был раввином этот лагерь на несколько дней. Он взял с собой тфилин, несколько, там, 10 или 20 пару тфилин, пригласили несколько студентов ешивы, чтобы помогли его, чтобы накладывать всем ребята, которые были в этом лагере, тфилин каждый день. Так он находился там 3 дня, и каждый день 150 молодые люди одевали тфилин. Это было, конечно, большая счастье и большая успеха. Только евреи, которые так не одевали тфилин, а тут они одевали тфилин. Он позвонил перед тем, что он заканчивал свою работу в этом лагере, он позвонил в офис Ребе, к секретарю Ребе Рав Ходаков, чтобы докладывать о результате его работы. Что вот он столько работы здесь сделал, 3 дня подряд столько молодежь накладывает тфилин каждый день. А вдруг он услышит голос Ребе на линии. הרב говорит, то, что сегодня это хорошо, он восвет зайн морген, а что там будет завтра? Понимаете, какой у Ребе подход? То, что сегодня все хорошо, слава Богу, но ты уходишь, а что будет завтра? То есть Ребе никогда не давал нам отдохнуть. Он всегда потребовал,
чтобы мы были более активны в то, что касается влияния на других людей. Еще одна история. Еврей, который, к сожалению, уже нет с нами, он достаточно молодой, ушел из жизни. Он жил в Лондоне. Звали его Фредди Хагер. Он был несколько раз у Ребе. И один раз он был в бизнес-поездке в город Детройт, штата Мичиган. Он находился там, сделал свою работу. И сидели в компании вечером, в конце рабочего дня, сидели у один из друзей в компании, люди сидели, разговаривали. И он начал, конечно, говорить, как хасид, он начал говорить о соблюдении Торы, мицвот и тфилин. И там рядом сидел один человек, который сказал ему, знаешь, я уже очень много лет тфилин не одевал, мне просто их нет. Он ему говорит, а если я приду, ты оденешь тфилин? Он говорит, конечно, да, но придется тебе очень рано приходить. Поскольку вы все идете сейчас спать, а я иду на работу. Я владелец пекарни. Пекарни работает весь ночь, чтобы с утра у него была готовая продукция. Приходи ко мне в 6 утра, перед тем, что я покидаю уже место, рабочее место, возвращаюсь домой, я с удовольствием одену тфилин. Господин Хагер, 6 утра был у него в пекарне. Там среди мешки мука он его одевал тфилин, он читал Шма Исраэль и впервые за много лет читал эту исполнял эту митцву. И он ему говорит, если у меня были тфилин, я бы это сделал каждый день. Но у меня нет денег покупать тфилин. Говорит его господин Хагер, я куплю тебе тфилин. Я сейчас уже лечу в Нью-Йорк. Прямо после тебя я еду в аэропорт и лечу в Нью-Йорк. Поскольку после обеда у меня рейс из Нью-Йорка в Лондон, я хочу вернуться домой на шаббат. Мой сын приезжает на шаббат из Ешива. И для меня это важный шаббат, мне надо быть в семье. Говорит, я куплю, я через 6 недель должен быть в очередной командировке здесь, тогда я возьму с собой тфилин. Он прилетел через несколько часов в Нью-Йорк, и он написал Ребе доклад о его визите в Детройт, и о том, что после обеда он летит в Лондон и просит благословения на успешная дорога. Через короткое время секретарь Ребе, Реб Лейбл Гронер, светлая его память, ищет его. И он говорит, Ребе хотел попросить, как ты мог откладывать тфилин для этого еврея на 6 недель? Что целые 6 недель он не будет одевать тфилин только по причине, что ты спешишь вернуться домой? И Ребе попросил у него, чтобы он не покидал Нью-Йорк, чтобы он не улетел из Нью-Йорк, пока сегодня у этого человека уже будет свой тфилин, чтобы завтра утром он мог продолжить свое хорошее решение и накладывать тфилин каждый утро. Это было, конечно, задание непростое. В те годы, 70-е годы, начат найти готовый тфилин от сегодня на сегодня. Но он этого нашел в Бруклин, Сойфер, который продал ему тфилин. И он отправился в аэропорт Ла Гвардия, где там есть внутренние рейсы. Лично договорился с пилотом. Передал тфилин через него, позвонил этому в Детройт, сказал, встречай, принимай. И после молитвы Минхе в 15:30 он мог написать Ребе, записка Ребе, тфилин уже в пути в штата Мичиган, город Детройт, кетой еврей. Завтра он будет уже накладывать тфилин. Тогда Ребе пожелал его успешной дороги домой, гудшабес, езжай домой. Ребе не оставил ни один деталь. Если там есть евреи, которые готовы одеть тфилин, мы должны делать все, что мы можем, чтобы предоставить ему эту возможность. И поэтому, поскольку это такой день, во-первых, примем на себя все хорошие решения, повлиять на еще одного еврея. Наше задание, когда Бог дал нам благословение, и мы уже учим Тору, мы уже одеваем тфилин, у нас уже дома висит мезуза, какая наша задание? Чтобы еще один человек был же такой, мы должны распространять этот свет. Наше задание распространять надежда, доброта и вера в Бога. Это то, что мы должны делать. И особенно в этот день Ребе нас воспитывает на такой путь в жизни, что все, что Бог дал нам, мы должны распространять и другим людям. Давайте возьмем на себя перед началом урока это хорошее решение. Это будет сосуд на получение благословения Всевышнего, чтобы Ребе нас молился в этот день, в этот святой день для него,
день, когда он поднимается еще выше и еще выше, чтобы он со своего места благословлял нас и распространял нас святые благословения, молился за нас, то в честь этого мы будем благословлены от Всевышнего, каждого от нас за все, что ему надо, в самых широких размерах. Но благословение Всевышнего – это не бесплатно. Нам надо что-то делать. Надо иметь сосуд. Мы хотим, чтобы здесь были воды, мы должны, чтобы мы могли налить сюда воды, мы должны иметь сосуд. То же самое благословение Всевышнего. Надо создать сосуд. Это доброе дело, это хорошее решение. И тогда у нас есть сосуд на получение благословения Всевышнего. Раз я уже держу в руках этот стакан вино, я скажу браха, и позвольте мне выпить немножко воды. ברוך אתה אדינוי, אלוהינו מלך העולם שרק על ניר בדבור. חשוב אספול זה ואת זה הדין, כגדה מגברים הצדיק, כגדה מגברים הרבה, רבה את הגלבה פקלניה. שתו בפנימת, שתו תקוי צדיק, שתו תקוי רבה, הפתשימות תגבז'נה נם בצוויאזן הסרבה, быть связано с цадиком. Вообще в хасидут, среди хасидин, связь с цадиком – это вещь, которая занимает очень большое место. Связь с цадиком – это очень важная вещь в хасидскую терминологию. Не бывает хасид, которого у него не требует. Хасид должен идти к Ребе, получать от Ребе указания, получать от Ребе благословения, и благодаря этого он может служить Всевышнему. Единственное, что, как Ребе сказал в первой хасидской высказывании, которое он сказал в первый маамар, когда он стал Ребе 70 лет назад в 10-й шрат, Ребе сказал, это не значит, что Ребе делает эту работу вместе нас. Ребе дает нам направление, Ребе дает нам броха, Ребе дает нам поддержку, но делает, мы должны делать сами. На самом деле, связь с цадик и быть связан с цадик – это очень древняя вещь. Давайте посмотрим самый-самый первый источник. Мы все помним историю. Ицхак и Ривка долгие годы ждали, чтобы Всевышний дал им детей. Слава Богу за беременность нашей мамы Ривка. И как мы помним, у нее были близнецы Эйсав и Яков. Но она еще не знала, что у нее близнецы. Она не поняла, что у нее происходит. Когда она ходит возле синагога, она чувствует активные действия внутри себя. Когда она ходит возле другого места, которое это не синагога, она тоже чувствует активные действия. Она не поняла, какой у нее ребенок будет. И написано «Ватейлех лидрой шесашем». Она решила идти к цадику, спросить у цадик, что у нее происходит. И она подошла к Шем, Шем – это старший сын Ноах. И он ее сказал, Бог сказал ее, говорит Раши, Бог сказал ее через цадик, «Шней гоим бевитнеху». У тебя две народы, две сыновей и две народы. Ривка была сама святая женщина. Когда она хотела, она могла молиться Бога. Но здесь она шла к цадику, и Бог дал ей ответ именно через цадика. Из Талмуда в том Ктубот говорит такие слова. Написано в книге Дварим. «Ватем הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, וכתורווה связаны, вклеены к вашим Богам, ווסגדה живые». То есть у вас есть жизнь, у вас кипит жизнь, поскольку вы связаны с источником, вы связаны с Богом. Говорит Талмуд, как же связывать себя с Богом? Как дойти до этой уровня, чтобы сказать, я связан с Богом, и поэтому я живой? Говорит Талмуд, ты должен быть связан с ученой Тора. А когда ты связан с настоящей ученой Тора, с Ребе, это как ты связан с Богом. На прошлой неделе мы учили историю о 12 разведчиках, которые Моше Рабейну отправил посмотреть страну Израиля. Мы помним
с какой трагедией закончилась эта история. Талмуд в том сота рассказывает нам о том, что Калев, один из двух, которые не грешили, он отправился в город Хеврон, чтобы помолиться на могиле нашей предки Авраам, Ицхак и Яков. Чего он там, почему он там ходил? Говорит нам Талмуд, он пришел и сказал, «Бакшу алай рахамим, ве цадиким Авраам, Ицхак и Яков, попросите у Всевышнего на меня милосердие». Он мог же сам попросить у Бога милосердия. Но он предпочитал лучше, чтобы он пойдет на могилу цадик, и Авраам, Ицхак и Яков за ним будет молиться, это лучшие адвокаты, которого мы мог найти, чтобы они о нем попросили. И спрашивается вопрос, почему? Почему мы не можем сам обратиться к Всевышнему? Почему мы предпочитаем уже Ривка, нашей мама, обратиться к Богу через цадик? Почему не сами напрямую обратиться к Богу? Почему именно через цадик? Почему Калев это делал через цадик? Написано в пасук, «Ваамех кулам цадиким», все евреи и все цадики. И действительно, мы все молимся, перед каждого от нас ворота неба открыты, а зачем нам нужен посредник? Мы можем сами обратиться к Богу. Почему мы идем к цадику, чтобы попросить у него броха? Чтобы цадик ускорил снабжение, благословение Всевышнего к нам. Почему нам это надо? На самом деле этот вопрос задается в нашей недельной главе. Что мы читаем в этой недельной главе? История с Корахом. Давайте вспомним, что хотел Корах, кто был Корах, что он хотел. Корах был двоюродный брат Моше Рабейну, двоюродный брат Моше и Аарон. Давайте посмотрим, как это было. Яков, у Яков был сын Леви. У Леви были три сыновей, Гершон, Кехат и Мерари. Кто были сыновей Кехат? У Кехат были четыре сыновей. Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэл. Амрам известен. Это был муж Йохевед. Кто были их дети? Мирьям, Аарон, Аарон, который стал Коэн, и Моше Рабейну. Три сыновей. Следующий сын, звали его Ицхар. Его старший сын, знаете, как звали? Звали Корах. Двоюродный брат Моше Рабейну. То есть человек из очень важной, почетная семья. Кроме того, Корах рассказывает нам Медраш. Он был человек, который имел пророчество. Он увидел в своем пророчестве, кто были его потомки, кто будет его потомки. И знаете, кто был один из его внуков? Пророк Шмуэл. Что написано о пророке Шмуэле? Что он равно на такой же уровень, как Моше и Аарон. Мы читаем в Тейлим, Давид ха-Мелех говорит, Моше ва-Аарон бе-Коханав, ושמואל בקוראי שמו. Он на такой же место, как Моше и Аарон. Корах увидел, что на самом деле он тоже. Не только мой двоюродный брат Моше и Аарон, они имеют высокие духовные уровни. Я тоже, смотрите, какой у меня будет правнук, это будет Шмуэл, который будет на такой уровень. Раши говорит, что он был пикеях, он был умный человек. Талмуд в том псахим говорит, что он был очень богатый человек. И тут приходит такой Корах, вроде бы идеальный человек. И он поднимает бунт, общественный бунт против Моше Рабейну и Аарона Кейн. С какой претензией? Говорит так, зачем нам нужны цадиким? Зачем нам нужен Моше Рабейну, лидер народ, Моше Рабейну, в качестве посредник между нас и Всевышним? Кол хоэйдо кулам кдойшим. Вся община наша, мы все святые. Мы все услышали на горе Синай голос Всевышнего. А зачем вам вы нам нужны Моше и Аарон, чтобы быть посредниками между нас и Всевышнего? Он задал этот вопрос. Зачем нам нужен цадик? Мы можем вроде бы сами справиться и иметь прямой доступ к Моше Рабейну. И смотрите, первое начало. Первоначально он собрал большое количество людей. Тора нам рассказывает 250 человек, уважаемые лица, которые поддержали его. Уважаемые люди поддержали Корах и присоединились к этой претензии против лидерства Моше Рабейну
и поддержали идею, что мы все святые люди. Раши говорит, что там случилось, что вдруг Корах решил идти против Моше Рабейну. Раши говорит, это было, он был недоволен, личное недовольство. Моше Рабейну назначил председатель семейства Кехат, сыновей Кехат, Эль Цафан, сын Узиэль. Это Корах не мог терпеть. Корах говорит, минуточку. У нашего дедушки Кехат были четыре сыновей. Амрам, твой папа был старший, поэтому ты получал, ты главный лидер народа и твой брат Аарон Коэн. Следующий сын Кехат был Ицхар. Значит, следующая должность в нашей семье принадлежит мне, я старший сын Ицхар. Почему ты назначал Эль Цафан, что он сын самый младший дядя Узиэл? Моше Рабейну назначил Эль Цафан, поскольку так Бог сказал ему. Но Корах был очень недоволен, он читал это оскорбление, что это его место и дали кому-то другой. Но спрашивается вопрос, тогда, когда Моше Рабейну назначил Эль Цафан? Мы помним этого. В книге Бамидбар, в глава Бамидбар. Глава Бамидбар это был второй месяц, месяц Ияр. Это история после истории с Мераглим. Мераглим, разведчики, это было в месяц Ав. Эта история уже несколько месяцев после назначения Эль Цафана. Почему тогда Корах ждал так долго? Почему они начали этот бунт раньше? Послушайте, что говорит Авраам, Раби Авраам Эвен Эзра в своем комментарии. Он говорит интересные вещи. Он говорит, действительно, эта история не была сейчас, после истории с разведчиками. Эта история еще была тогда. Но у нас есть правил, мы уже упоминали в наших уроках этот правил. Называется «Эйн мукдам умеухар батора». Тора не действует по хронологический порядок. Есть вещи, которые писали в этой место, в этой место, несмотря, что это было раньше и это было позже. Поэтому, говорит Эвен Эзра, это не вопрос, почему эта история не произошла раньше, в год, сразу после главы Бамидбар. И Рабби Авраам Эвен Эзра рассказывает нам, дает нам еще детали, что мы поймем, что здесь происходит. Кто были эти 250 человек, которые поддержали его? Это была еще одна группа людей, которые имели личные обиды на Моше Рабейну. Вы помните, что мы читали в глава Бамидбар, а потом в глава Баалотха, что сразу, когда начали служение Всевышнего в Мишкан, какое решение было, что первенцы, первенцы от всех колен Израиля, что до этого момента они были элита народа, они были те, которые служили в храм, Всевышний их отсторонил. Почему? Во время грех Золотого Тельца они не стали активно противостоять против этот процесс. Они на это наблюдали со стороны. Всевышний сказал, эти люди, я на них не могу полагаться. И тогда были назначены именно колено Леви, что они будут служить. Тут у нас большое количество людей, первенцы, которые на какой-то прекрасный день нашли себя без почетной должности. И у них кипело сердце против Моше Рабейну. Но сами не могли поднять бунт, когда они увидели, в колено Леви уже есть такие люди, которые недовольны Моше Рабейну, они присоединились. И начали этот бунт против Моше Рабейну. Но Рамбан, Раби Моше бен Нахман, он говорит интересные вещи. Он говорит, нет, на самом деле эта история была прямо сейчас. После истории из эти разведчики, после истории, после трагедии с разведчики, была еще одна трагедия скоро. А почему это случилось сейчас? Говорит Рамбан, на самом деле, Корах не был доволен Моше Рабейну еще в момент назначения Эль Цафан на председатель этой семья Эль Цафан сын Узиэл. 250 первенцы не были довольны Моше Рабейну с момента, когда их отсторонили от служения в храм. Но Моше Рабейну был настолько любимый у евреев, они поняли, что никакой бунт против Моше Рабейну не получится. Народ Израиль слишком любит Моше Рабейну и никаких разговоров против Моше Рабейну не получится. Но что случилось сейчас? После истории с разведчиками, это и поколение поняло, что они в Израиль не зайдут, они все останутся на пустыне Синай. Ой, они уже тоже недовольны.
Это была какая-то хорошая площадка, чтобы начать бунт против Моше Рабейну. Что они сказали? Что вдруг Моше Рабейну? Мы все святые люди. Мы все связаны с Богом. Мы все услышали голос Бога. Что сказал Корах? Какие вещи он сказал? Он подошел к Моше Рабейну и сказал, скажи нам, Моше Рабейну, если у нас есть талит, и весь талит, она сделана из такой ткани, которая называется тхелет. Тхелет – это ткань из очень особый голубой цвет, который каждый цицит должна была быть одна нитка голубая из этого голубой цвет. Сейчас мы это не делаем, большинство евреев это не делаем, мы не знаем точно этот цвет, какой он, и поэтому мы делаем обычные белые нитки в цицит. Но в те годы, где когда знали, когда одевали талит катан, и сделали цицит, нитки цицит, одна нитка была из такой голубой цвет. Ходит корах одел на себя талит катан, чисто из такой голубой цвет. Говорит, здесь надо связывать нитки цицит или нет? Моше Рабейну сказал, конечно, да. Любая одежда, которая имеет четыре уголки, в ней надо сразу соединить цицит, нитки цицит. Сказал Корах, что это значит? Тут у меня целый талит из голубой цвет. А какая, зачем нам нужна одна единственная нитка из голубого цвета? Или он ему сказал, скажи, Моше Рабейну, если есть в дом целый дом свитки Тора, там во вход надо повесить мезуза? Моше Рабейну сказал, нет. Говорит, зачем нам нужен мезуза? В одной из со своей беседы, וקניגה תורת מנחם דבינת סטייטום. רבי פצ'ורקיבית שתו, זדיס ביל דיסיטלן נמיוק מויש רבינו. אז כזל מויש רבינו, מין הרוד יזרעאל, איבלי וסתק הקטלית קטן כתור און פסו, סתקוי שצוות כגדול ז'מבית. אז עד שם נם נוז'נה עד נן נתקה תי יארים, זה עד שם נם נוז'נה מזוז זה מפסיק כקסיבית כתור. שתו בילה, מזנן. זמלה תקרי לסבוי רוד, И Корах, и все люди, которые его поддержали, упали в эту яму, и земля была закрытая. Но интересно, что Тора не дала ответ. Мы читаем в Тора о наказании, которое получил Корах. Но мы не читали в Тора ответ на его претензии. Тора не объясняет нам, почему действительно нам нужен цадик, нам нужен Моше Рабейну, и недостаточно, что мы все являемся святая община, святые люди. Давайте попробуем сегодня найти ответ на эти претензии. Цадик имеет еще одно качество, у него еще одно свойство. Цадик – это человек, который имеет большая святость, и поэтому он способен делать чудеса. Цадик имеет он способен делать чудеса, и люди, которые идут к цадика, просят брохи, и они видят те чудеса. Еще в Талмуд мы читаем историю, что когда-то сын Раби Йоханан Балель, и он ходил к Раби Ханина бен Доса, и этот поднялся на чердак, там он молился, и когда он спускался, он сказал, ребенок уже здоров, цадик сделает чудес. Почему? Написано, цадик гозер, а Кодеш Борух Хо мекаем. Цадик приказывает, и Всевышний исполняет приказ цадика. Но разве это самое главное качество цадик? Что цадик имеет сила, приказывает и делает чудес? Вспоминаю историю. Хасидская история, она произошла в Украине, в город Кременчук. В районе 120 или 115 лет тому назад. В престижном кошерном ресторане, который был в городе Кременчук, там жили очень много хасидим, особенно хабадские хасидим. Там жили три известные бизнесмены. Все были хасидим. Каждый имел свой ребе. Один был хасид этого ребе и этого ребе. Ну, сидят хасидим вместе, они ужинают, делали лехаим, и каждый начинает рассказать о своем ребе. Один хасид говорит, мой ребе, он такой святой,
он делает такие чудеса. Мои бизнес были на самый разрушенный уровень. Я потерял очень много денег. А Ребе меня давал брохе, и все изменилось. Снова я стал зарабатывать, и снова я вернулся к моему статусу. Чудо большое. Вот лехаим за моего Ребе, что он делал такое чудо. Говорит этого хасида. Следующий хасид говорит, я вам расскажу историю о моем Ребе. Была одна семья, которые долгие годы не могли иметь детей. И врачи им сказали, у вас нет шансов, у вас дети не будут. Они пошли к Ребе, Ребе дал им брохе, Ребе молился о них, и чудо случилось, у них родился сын. Яд поднимает все лехаим, лехаим за Ребе этого человека. Третий хасид, известный бизнесмен, известный хасид, звали его Реб Шмуэль Гурарий. Был очень известный хасид Реб Шмуэль Гурарий. Я знаю много из его праправнуки, большая семья в Хабаде. Он сказал, я хочу вам рассказать историю о моем Ребе. Его Ребе, это был пятый Лубавичский Ребе, Ребе Рашаб, Реб Шолом Бер Шнейерсон, который сначала был в город Лубавич, когда началась Первая мировая война, он отправился из Лубавича в Ростов-на-Дону, там он вернул свою душу Всевышнего, и там его святая могила. Реб Шмуэль Гурарий рассказал, у меня один раз было предложение вкладывать очень много денег в одной бизнес. И я спросил у моего Ребе, как поступать. И Ребе сказал, вкладывай деньги в этом бизнес. Я вкладывал все свои деньги в этот бизнес. Знаете, что случилось? Я проиграл и потерял все мои деньги. Он говорит, а что за чудо? Что за чудо, Реб Шмуэль? Что, у вас такой слабый Ребе? Он говорит, чудо, что я остался хасидом. Я не хасид моего Ребе ради его чудес. Я не хасид моего Ребе ради того, что он помогает мне. Я хасид моего Ребе, поскольку он есть настоящий Ребе, как Моше Рабейну. Поскольку я верю, что он есть глава еврейского поколения, глава евреев в этой поколении, Рош Бне Исраэль, глава Синам Израиль. В книге Зоар написано, что Моше Рабейну, первый Моше Рабейну был в своем поколении, а потом в каждом поколении есть то, что называется «Испаштусо де Моше бехол доро ве доро» – распространение Моше Рабейну, который в каждом поколении. Шмуэль Ановый в своем поколении. Геморе говорит, Геморе в Мегиле Талмуд, в том Мегиле говорит «Мордехай бедойрой ке Моше бедойрой». Мордехай Иуди в своем поколении, как Моше Рабейну в своем поколении. Я, говорит Реб Шмуэль, верю, что мой Ребе в нашей поколении, как Моше в своем поколении. И поэтому я у него не ради чудес такой, я ничего не понимаю. Если я потерял деньги, да, значит так должен быть. Но это я у него нахожусь не ради чуда. И я не уйду от него, если не состоялось чудо. Я у него, поскольку он настоящий Ребе. Что это значит тогда? Что мы говорим, он есть настоящий Ребе. Кстати, то, что цадик может давать браха, и цадик гозер, цадик дает приказы, Всевышний исполняет. Знаете, кто говорит Рамбан? Рамбан, мы упоминали Рамбан, Раби Моше бен Нахман, он жил, я напомню вас, он был один из известных мудрецов в Испании, город Кордова. Потом он эмигрировался в Израиль, где там он похоронен в Иерушалайм. Рамбан в своем комментарии на Тора, вообще, что вы знали, что комментарий Рамбан на Тора – это одно удовольствие. Если вы хотите про себя учить хорошо Тора, учитесь комментарий Рамбана. Кроме Раши, конечно, Раши основа, но Рамбан, Эвен Эзра – это очень сладкий комментарий на Тора. Рамбан пишет, смотрите, что Моше Рабейну. Он же сказал Корах и его группа, он сказал, если эти люди умрут как обычный человек, тогда это знак, что не Бог меня прислал.
Но если земля откроет свой род и заберет их, как они есть, и будет такой странный смерть, это знак, что Бог меня прислал. Спрашивает Рамбан, как Моше сумел так сказать? Он же мы нигде не читаем в Тора, что Всевышний ему сказал такие слова. Но говорит Рамбан, Моше Рабейну знал, что цадик гозер, если цадик приказывает, Всевышний выполняет. И это была причина, почему Моше Рабейну даже не ждал то, что Бог ему скажет. То есть это есть уровень цадик, как тот, который имеет сила давать браха и типа настаивать Всевышний что-то делать. Но это же не самые главные свойства у цадика. Самые главные качества у цадика, как мы говорили, что такое Моше Рабейну? Онойхи оймед бен Ашем элойкехем убенейхем. Моше Рабейну говорит в книге Дворим, я тут, который стоят между ваш Бог всесильный и ве. Что это значит? Зачем он нам нужен? Зачем нам нужен посредник? Написано в Хасидут, что значит Моше Рабейну? Что значит цадик в каждое поколение, которого он есть ребе поколения, которого он есть Моше Рабейну, которого он есть Моше Рабейну из этой поколения? Что это значит? Это тот человек, который у него нет никакой личный интерес. Это человек, который положил себя полностью ради исполнения воли Всевышнего. Это человек, который он как карета, что она полностью и в руках тот, который управляет этой каретой. Карета, она не знает, куда надо ехать сейчас. Надо ехать в Тель-Авив и в Нью-Йорк, и в Киев или в Москва. Куда решит человек, который возит этой каретой, куда карета едет? Цадик называется Меркава. Он как карета. У него нет никаких желаний, никаких лишних интересов. Он полностью включен к божественной программе. Его мысли, его речь, его дел, его действия только по одной идее. Распространять Тора и реализовать волю Всевышнего в этот мир. И даже его тело автоматически действует по закону Тора. Вспоминаю нашего Ребе. Когда, знаете, у каждого, когда наступает Шаббат, когда наступает праздник, мы должны чувствовать подъем, духовный подъем. Мы стараемся это чувствовать. Мы одеваем шаббатные одежды, как толчок для чувства особой святости. Мы делаем шаббатные трапезы, особой молитвы, помним день шаббат. Но когда Ребе зашел в синагогу в пятницу вечером, на молитву кавалат шаббат, доверьте меня, я помню это как сегодняшний день. От Ребе сияла цвет, желтый цвет такой, как солнце, сегодня Шаббас. Когда Ребе зашел в синагогу в Йом Тов, от него сияет. Вроде бы это тот же человек, который был вчера. Но сегодня Шаббас, сегодня Йом Тов. Это и физическое тело. У него совсем другое сегодня чувство. Для ней сегодня Шаббас, для ней сегодня Йом Тов. Поэтому он сияет. И с другой стороны, я вспоминаю 9 ава. Я вам хочу вам сказать. Если был один человек в этот мир, который, когда наступил день разрушения храма 9 ава, по-настоящему скорбил разрушение храма, это, конечно, был Ребе. Когда Ребе спускался в синагогу 9 ава, нельзя было на него посмотреть. Лицо было бледное. Видели боль о разрушении храма на его лице. Очень медленно ходил, еле ходил. Всегда очень быстро Ребе зашел. Почему? Это 9 ава. Это занимает полностью его тело, до него сейчас 9 ава. Еще одна история, я вам скажу, намного более сильная. Тоже в годы, когда я был ученик в 77. 32 года тому назад, 22 числа месяца Шват,
случайно, без никаких предупреждений. Ребе Цанхая Мушка Шнейрсон, жена Лубавицкий Ребе, 60 лет, она была его жена, она покидала этот мир. Это был очень большой удар для Ребе. Это был единственный человек, у Ребе не были физически, биологические дети. У Ребе не были братья, его братья оба умерли молодые, родители намного раньше. Единственный родственник, это была она, Ребе Цанхая Мушка, которая была полностью предана Ребе. И вдруг Ребе Цанхая Мушка уходит. Я помню лицо Ребе в эти дни. По-настоящему было видно, что Ребе получал сильный удар, что он не может смириться с этого удара. Это случилось ночь между вторник и среда. Среда похоронили Ребе Цанхая Мушка в огромной похороне. Там участвовали десятки тысяч евреев со всего Нью-Йорка и других городов, которые успели приехать. Четверг, пятница, вечером наступает шаббат. Это было шаббат мевархим месяц Адар. Это было шаббат глава Мишпатим. Шаббат мевархим, Ребе должен делать фабринги. Несмотря на то, что он сидел 7 дней траурщи у себя дома, на шаббат Ребе приехали в 770 в синагоге. Когда Ребе спускался на молитву каббалат шаббат в большом зале, лицо были, как я сказал, шаббатные лица. Я посмотрел, сказал, как? Мы же видели его лица сегодня утром. Мы же знаем, какой удар он получал, мы же знаем, какой он боль переносит. Как лицо у него шаббатное. Когда закончился шаббат, когда Ребе помолился, как хазан, молитва Майрив, и сразу после Майрив он сел, не дай Бог, на низкие табуретки в синагоге, на низкие табуретки в синагоге, и все прошли мимо него и сказали его слово утешения, лицо вернулись человека, который скорбящий человек за его жена. Как это было в шаббат? Но поскольку его тело не имеет никакие физические личные чувства, его тело как запрограммированное по законам Тора, когда наступает шаббат, он шаббатный, несмотря на ситуацию, которая его окружает. Это есть цадик. Цадик – это человек, который действует только по воле Всевышнего и по воле Тора. Это есть Ребе. Ребе, когда Ребе говорил, когда цадик разговаривает, это не он говорит. Это как Моше Рабейну, Всевышний через него передает какие-то информации людям. Очень часто было, что Ребе возвращался из молитвы на могилу предыдущей Ребе, из Оэл, и он делает фабрейнген и говорит, на Оэл сказали сегодня, делай так и так и так. Это было видно и слышно, что у него сейчас что-то другое. Иногда было, что посередине фабрейнген он отходит от темы, о котором он разговаривал и говорит какие-то другие вещи, а потом было известно, что в это время израильская авиация бомбировала в каком-то месте, и эти слова были связаны, это была его молитва на их успех. То есть Ребе был полностью предан Всевышнему. Есть известный маймер, известный хасидский маймер, называется «Ве'ато тецаве», «Ты прикажи сынам Израиля». Это, кстати, последний маамар, который Ребе сам раздал каждого в 92-й год перед тем, что он переболел. Этот маамар принято учиться, поскольку это последний маамар, этот маамар принято учиться в этот день, в годовщина Ребе. А мы тоже сегодня, вчера вечером, сегодня в синагоге учили этот маамар. Там написано так, что в Зоар Акадош написано, что роль цадик это обеспечивает и укрепляет веру в Бога среди сынам Израиля. Есть два уровня веры в Бога. Есть один уровень веры в Бога, что он считается внешним. Что такое внешний? Душа, уровень душа, которая ниже нас, он же видит Бог. И эта информация опускается к нам. И поэтому мы верим в Бога. Только душа видит, душа нам, к нам доходит то, что видит душа, и поэтому мы видим.
Эта вера не исходит из тела, исходит из уровня души, которая за пределах нашей тела. Какое задание цадика? Задание цадика впитывает вера в Бога, что она шла от нас, от внутри нас. Что это не будет наружная вещь. Что это не будет вера в Бога по причине какой-то наружной вещи, что это будет вера в Бога, которая исходит от нас. Почему это так важно? Служить Бога – это непростое задание. Когда мы служим Бога, мы служим Бога и понимать о том, что нет никого, кроме Бога одного. Понимать, что все, что весь мир, который нас окружает, это мир, который создал Бог, и поэтому этот мир не может противоречивать Тора. Что Ребе всегда сказал? Люди сказали: Ребе, я живу в такое-то место, я не могу там исполнять законы Тора. Я нахожусь в самолет, как я там буду одевать филин, это что на меня смотрит? Я работаю в университете, мне трудно там ходить с кипа и цицит. Ребе всегда сказал одно. Этот мир не имеет никакой права на существование. Мир существует благодаря слова Всевышнему, который он хочет, чтобы сейчас существовал мир. Тот же Бог, который написал в Торе слова, благодаря которому существует мир, тот же Бог сказал нам исполнять заповеди Торы. Поэтому не может быть такой, что мир, который нас окружает, будет противоречивый Торе. Нам так кажется, но на самом деле это не так. Чтобы иметь это внутреннее чувство, что все, что здесь нас окружает, было сделано для того, чтобы поддержать наше служение Всевышнему. Кто дает нам этот понять? Кто дает нам этот сил? Это дает нам Ребе. Он, что для него, для Ребе, для обычного человека есть мир, есть Тора. Он видит мир, мир это факт, а Тора это книга. У Ребе наоборот. Настоящий мир – это Тора. А то, что нас окружает, это какая-то фантазия. Это не по-настоящему. Настоящий мир – это Тойра и Мицвот. И поэтому сказал Ребе, ничего в этот мир не может нас помешать с нашей настоящей жизнью исполнения, учить Тора, исполнения Мицвот. Это есть глава поколения. Он дает нам, он впитывает в нас это чувство. А то, что у нас есть огромная сила служить Всевышнему, учить Тора, и ничего в этот мир не может нам помешать. Если кажется нам, что кто-то какой-то есть у нас ограничение, которое ограничивает нас, учил нам Ребе, что это не настоящее ограничение. И если мы просто попробуем это делать, попробуем двигаться, мы увидим, что это не настоящая вещь, которая нас мешает их служение Всевышнего. Вот это есть цадик. Поэтому он нам нужен. Сами мы не можем дойти до такой уровень понять, до такой уровень понять о служении Всевышнему, о том, что весь мир, который нас окружает, он здесь по причине, чтобы поддержать нас служение Всевышнему. Когда мы слышим слова Ребе, как Ребе об этом смотрит, эти вещи меняют нас полностью и дают нам уверенность и поддержка в настоящее служение Всевышнему. У нас нет проблемы лететь в самолет, и когда все смотрят, предложить человека накладывать филин. У нас нет никакой проблемы делать любую вещь даже в центр города, поскольку мы понимаем, что весь мир поддерживает нас. Весь мир будет поддержать каждого от нас, когда мы будем по-настоящему исполнять заповеди Тора, и будут нас к нам относиться с пониманием, и так далее, и так далее. Этой уверенности дает нам Ребе. Поэтому Ребе нам нужен. Хочу завершить с еще одна история, чтобы понимать, что такое глава поколения. Глава поколения – это человек, который чувствует каждого от нас. Эту историю рассказали семья. Профессор Михаил Асофер, звали его Михаил, профессор Михаил Асофер, он был профессор статистика, математики, статистикан, и его жена, господа Атара. Они были израильтяне, они жили в Израиле,
один из кибуцах самых левой коммунистическое движение, что у них отсутствовало полностью, к сожалению, им казалось, что у них отсутствует вера в Бога, оказалось только для того, что не бывает такой, который в Бога не верит. И они должны были по работу находиться в Австралии, в самом Австралии, в остров Тасмания. Там он был главный статистикан этой государства. И в этой Тасмании жили всего лишь 30 еврейских семей. Они объединились как община, снимали помещение, сказали, это будет нашей синагогой. Но что делают? Они очень хотят молиться. Но они ничего не знают. Они не знают, как молиться, что делают. Им сказали, тут один израильтян, профессор Асофер, он израильтян. Они его пригласили и сказали, мы решили назначать вас, как раввин нашу общину. Он говорит, что? Я раввин? Вы знаете, где я родился? Знаете, где я вырос? Какой кибуц? Я раввин? Не-не-не-не. Но они сказали, слушай, вы не можете нам отказать. Вы тут единственные люди, вы и ваша жена, люди, которые читают на иврит, владеют иврит, вы посмотрите тут книги, читайте и скажите нам, что там есть. Ну, знаете, маленькое общество, всего лишь 30 семей, не могли отказаться. И вот начали они потихоньку войти медленные шаги в мир иудаизма. Они читают Кицур Шулхан Арух, который там был, читают Сидур, но они ничего не знали. В каком-то момент, когда они уже сами поняли, что есть Бог, что надо его слушать, надо двигаться в иудаизм, они поняли, что так это не может продолжаться. Так не может быть, что они являются как лидеры этой общины, но они сами ничего не знают. В какой-то день госпожа Асофер, Атара Асофер, она это рассказала. У них есть сын, внуки, живут в Израиле. Можно у них спросить это вся история. Она обратилась к Богу. Она стояла просто в угол комнаты. Она разговаривала со Всевышним. Сказала, если ты действительно есть, дай мне знак. Мы уже приняли решение. Мы уже хотим двигаться в твое служение. И мы хотим помочь эти 30 бедных евреев, которые здесь, которые ничего не знают о еврействе. Но мы не знаем. Если в этом, если в нашем поколении есть такой учитель, как и был раньше, когда был Моше Рабейну, Йошуа Бинун, пусть он даст нам знак, и придет он сюда и научит нас, что это делать. И придет он сюда и научит нас, что это делать. Прошли две недели. И на улицах Тасмания ходит раввин. Зовут его, звали его, я помню его, я его знал. Звали его Рав Хаим Гутник. Он был раввин, один из посланников Ребе в город Мелбурн в Австралии. Он ходит на улицах Тасмания, он не знает, что он тут делает. Почему он оказался там? Он получает письмо от Ребе по поводу другой вопрос. А потом после подпись Ребе подчеркивает и пишет PS, PC. Было бы правильно посетить остров, который окружает Австралию, как, например, Тасмания. Он это видел сразу указание ехать в Тасмению. Он поехал в Тасмению. Пока увидели его профессора Софер на улице, он говорит, что вы раввин находитесь здесь, в Тасмении у нас? Он говорит, что случилось? Он говорит, приходите к нам домой. Он сразу его пригласил. Он им рассказывает, он показывает им письмо, которое он получал от Ребе. Госпожа Атара Асофер смотрит письмо. Когда это было? Две недели назад. И она понимает, что в это же время, когда она там на углу стояла и обратилась к Богу из просьбы, что если есть и в нашей поколении такой лидер, учитель, как Моше Рабейну, как Йошуа Бинун, чтобы он им помог. И в это же время Ребе пишет это письмо раввину Хаим Гутник. Ребе это такой GPS, который его общая душа, глава поколения, сразу почувствовала боль еврейская душа, которая находится в самый далекий остров дальше Австралии. И Ребе пишет своего хасида в Мелбурн, езжай немедленно в Тасмению.
פרופסור מיכאל הסופר, איבו ז'נה טרה, סטלי בלשי חסידים, לודה כתור סמי פריפה דבלי תורה, אני אימי צמי מנוגה אוצ'יניקי, כתור סטלי בלי תשובה, אוצ'ילי תורה, דייתי אבנוקי, פרבנוקי. יהיה תפסיו רבה, כתור פצ'וס דבל איך בול, כתור רבילה, את היסט רבה. פתאום קרבה מחודים, ניטול כפס, שתורבה מוז'ת נם דבד ברכה, מיסי צ'סטור של מוז'ם, פיסת למגיל הרבה, когда дай бог закончится эти непростые времена коронавирус по всему миру и возможности будет лететь в Нью-Йорк и помолиться на могиле Ребе, мы туда будем ехать не для того, что только не только ради благословения, которое мы там получаем. Мы будем связаны с Ребе, и мы будем исполнять его просьбу, и будем приближать других людей к исполнению Тора, к изучению Тора, исполнению заповедей. Не только ради заслужения его благословения. Это тоже будет, и это тоже важно. Но главное почему? Это глава поколения. И через него Всевышний общается с нами. Он дает нам указания, что надо делать, и что Бог хочет, чтобы мы делали сейчас. И что он нам сказал? Какое наше задание сейчас? Ускорить приход Машиаха. Как ускорить приход Машиаха? Через нашу работу. Когда каждый от нас возьмет на себя сегодня решение, хорошо повлияет на еще одного еврея, чтобы он хотя бы исполнял одна единственная заповедь дополнительная, кто что он делает сейчас, или он, не дай Бог, ничего еще не делает, чтобы хотя бы одна заповедь. Допустим, завтра пятница, чтобы максимальное количество еврейских женщин и девушек зажигли шаббатные свечи. Чтобы завтра с утра мы постарались накладывать тфилин хотя бы одного человека, который без нас этого не делал. Эти вещи именно ускорят приход Машиаха. Так мы предоставляем нашему ребе большой нахес. И это действительно, как я сказал раньше, это сосуд, дорогие друзья. Это сосуд на получение благословения Всевышнего. Я желаю нам всем заслужить, иметь благословение Всевышнего и благословение Ребе наше, чтобы наш Ребе молился о нас перед Богом и в результате той молитвы, чтобы мы получали его святые благословения, чтобы вы все, дорогие мои, чтобы все были здоровы, вы и ваша семья, особенно сейчас ваша семья, чтобы все были здоровы, чтобы все имели хорошие парносы, чтобы все хорошо и много зарабатывали, чтобы все имели много нахес от детей, чтобы все, которые должны иметь шидухим, чтобы делали много хороших шидухим, и были много свадьбы, еврейских свадьбы, те, которые нуждаются в детей, чтобы Всевышний им дал детей. Короче, чтобы каждый из нас получал от Всевышнего все, что он желает, в самых-самых широких размерах. Спасибо вам, что вы были со мной. Мне было очень приятно быть с вами. Спасибо за внимание. Желаю вам гуд шаббес, и только хороший день.